Вечно молодой, искрящийся и гениальный. Вольфганг Амадей Моцарт скоро прозвучит на сцене. 15 января откроется музыкальный фестиваль, посвященный великому австрийскому композитору. Фестиваль решил провести Фабио Мастранджело, художественный руководитель симфонического оркестра «Губернаторский». На премьере прозвучат произведения, которые редко исполняются в Ульяновске. Откроют концерт увертюры к опере «Похищение из Сираля» и симфония «Ми бемоль мажор». Во втором отделении прозвучит увертюра к опере «Волшебная флейта», а в заключении исполнит симфонию «Юпитер до мажор». Конечно, «Волшебная флейта» — это последняя опера, которую он написал. Конечно, «Волшебная флейта» — это уникальная опера. Ну, помимо того, что он, конечно, понимаем, что он родился в Австрии, поэтому он говорил на немецком. Родной язык — это был немецкий язык. Но он практически все оперы писал на итальянском языке, который он просто владел безупречно. Фестиваль называется «Моцарт и его круг». Фабио Мастранджело хочет показать ценителям музыки модные веяния и эстетику эпохи венских классиков. Цель – показать максимально, что происходило у Моцарта в голове. То есть развитие его личности, музыкальной личности, жизненной, да, какие, поэтому его менее известные произведения, оперные он очень любил. Опера для него был все. В программу фестиваля войдет 3 концерта. Состоятся они на сцене Дворца творчества детей и молодежи. Напомним, в учреждении действует пропускной режим. Всем посетителям необходимо иметь при себе QR-код и быть в маске. Виктория Чиркова, Герман Баранов. Управда ТВ.